именно как благотворительные выплаты, это не совсем корректный вариант, на мой взгляд, будет, потому что может получиться такая ситуация, что этот клиент получит две выплаты и со стороны нашего фонда, и со стороны банка в процедуре ликвидации. Это будет несправедливо по отношению к тем, кому не удалось, да, попасть. Поэтому здесь, опять-таки, с точки зрения максимальной юридической чистоты и открытости, этот вариант, ну, не основной он будет. Либо совсем не будет использоваться, либо будет по минимуму использоваться. Здесь все-таки какие-то юридические более такие чистые механизмы хотелось бы использовать. Понятно, то клиент получит сразу свои средства, ваши, которые к вам обратится, и продаст права, там, ну, какие-то обязательства, или он будет ждать, пока вы будете юридически это все оформлять и выбивать деньги, ну, скажем так, выбивать. Нет, идеальный вариант, и которых могу озвучить, да, который, скорее всего, недостижим, но идеальный вариант сформировать фонд, достаточный для того, чтобы выкупить у всех клиентов Татфонд банка и Интехбанка права требования к соответствующим банкам по номиналу, да, и тогда уже фонд, как единый кредитор, контролирует процедуру ликвидации. Это вот, ну, это, так сказать, моя мечта. Ну, конечно, такого не получится, да, но будем стремиться. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».